Звуки фортепиано маленькая Марина слышит с рождения. Она растет в музыкальной семье. Старшая сестра, затем старший брат, а теперь и сама Марина занимаются музыкой с детского сада. И не просто занимаются, а являются победителями и призерами огромного количества престижных конкурсов. Секрет такого успеха прост, говорит их педагог Вера Николаева. Надо просто его заинтересовать. Заинтересовать, чтобы именно, может быть, даже конкурсами. Вот сейчас, так как нельзя ездить на очные конкурсы, мы выбираем конкурс, готовимся к нему. Детям говорим, что вот через 3 недели будет запись. И они стараются, они очень хотят, чтобы записаться и что-то отправить на конкурс, они сами этого желают. И уже только записались на конкурс, они уже сразу спрашивают, что будем дальше и что будем дальше, к какому конкурсу готовиться. Выступления на конкурсах каждую неделю. Сейчас, правда, только онлайн. Дома один инструмент на всех. Занимаются по очереди, фальшивые ноты друг у друга определяют на слух. Но, как сами признаются, советами и поучениями не докучают. Самый тяжелый период – разучить произведение, а дальше, и, конечно, он всем дается тяжело, то есть преодолеть себя, выучить что-то новое. А когда музыка уже начинает звучать, то им уже, конечно, нравится. И нравится, что их слушают, нравится самим то, что получается им воспроизвести. Мне кажется, что вообще музыка, самое главное, чему учит музыка, это учит слушать. Слушать себя, слушать друг друга. Старшая Аня уже студентка, учится на экономиста, но музыку не бросает. Навещать любимого педагога стены родной музыкальной школы удается редко, но, говорит, прикоснуться к фортепианным клавишам – это словно вернуться в детство. Вспоминаем? Да, вспомним. Так или иначе, с выпуском из музыкальной школы становится меньше жесткой мотивации играть. То есть теперь уже просто это, теперь это становится конкретно твоим выбором, играть сегодня или не играть. И так или иначе, количество времени, проведенного за инструментом, сокращается, но это все еще приносит мне огромное количество эмоций, огромное количество удовольствия. Количество наград и грамот на всех троих не перечесть. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Великий Устюг и все Подмосковье. Именные стипендиаты главы Одинцовского округа и губернатора Московской области. За музыкальные успехи бесплатно отдыхали в Артеке. Мастерство юных пианистов никого не оставляет равнодушным. Вот уже Александр почти выпускник. И хотя свою дальнейшую профессию не планирует связывать с музыкой, жизни без нее уже не представляет. Полностью абстрагироваться от музыки, конечно, не буду. Зачем? Если будет очень некомфортно, непривычно, не нужно жить, зачем? Зачем жить без музыки, если можно жить с музыкой? Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».